Всем привет, с вами Остап Бендер, и, в общем-то, речь пойдет о пистолете Матеба. Но перед тем, как говорить про сам этот пистолет, если спросить почти у каждого игрока Warface, какой лучший пистолет, то большинство скажут, что Sig Sauer или Glock. Но, поиграв с Матебой, я немного... В общем-то, потерял уверенность в том, что Sig Sauer лучший пистолет. У него есть достаточно конкурентов. Взять хотя бы ту же самую Матебу. Да, у него, конечно, есть минусы. Обойма не 20 патронов. Но она стабильно убивает с 2-3 пуль. И, в общем-то... Да, но сложность игры с ней заключается в том, что это, я скажу так, самый тяжелый пистолет в игре, который осваивать. С ним дольше всего придется учиться играть. С ним и с кольтом. Но если вы научитесь играть с этими двумя пистолетами на свою стату, то все остальные пистолеты освоить для вас будет вообще не проблема. И... Матепка мне очень понравилась. Я, конечно, не знаю, почему разработчики ее назвали именно Матеба. Может, это зверь какой-то. О, хорошо, он на двоицу выскочил. И недавно для себя я открыл одну полезную вещь на пистолетных боях. А то, что на пистолеты вообще не нужны никакие прицелы. Они только мешают. Ну, по крайней мере, мне. Также, если учесть, что я с пистолетом Deagle играл, ну, не очень хорошо. Но я попробовал с ним поиграть без модуля прицел, и у меня с ним был прекрасный результат. Так что Матеба, про нее можно сказать, что это недооцененный ствол. Я, скорее всего, даже сделаю рубрику под названием «Недооцененные стволы Warface». В общем-то, я думаю, вы понимаете, про что я. Но... Так, получи по шишкарю. И пока мои товарищи рассуждают, насколько опасен Глок, то вот, я этот Глок спокойно убил. Поэтому... Я вот что хочу сказать. Не надо говорить то, что Глок пистолет для нубов, как и многие другие пушки, типа Юсаса, которого нам ввели в игру. И, кстати, сейчас немного о нем. Я вообще не знаю, зачем его ввели в игру. Я его вбивать не буду. Но у меня на то есть несколько причин. Первая причина, банально нету денег. Ну а вторая, мне Юсас нахрен не нужен. Я уже приигрался с Фабармом, с другими помповыми и полуавтоматическими дробовиками. На крайняк тот же самый А12 вполне подойдет. Юсас он проигрывает только по урону и по точности. Но по всем остальным характеристикам он выигрывает. У него больше темп стрельбы. Ладно, сейчас разговор не о Юсасе. Хотя, я вот что хочу сказать. Как бы много в Warface не вводили тащерского доната, чуваки, которые действительно умеют играть, они будут этот тащерский и тащерский донат валить в руках нубов. Потому что все равно, дай нубу хоть ктар, он и с ктаром будет в минусе. Ну... Я думаю, для того, чтобы побеждать, вполне достаточно варбаксовых стволов и немножечко смекалки. Хотя, честно, Матеба мне очень понравилась. Я жалею, что нельзя купить ее навсегда. Пистолет. Просто огонь.
Так, о. Но с ним очень опасно промахиваться. Это может стоить жизни. Это если с Глока или с другого пистолета зажал. Ну вот, я допрыгался тут. Пока перезаряжался. Хотя, пистолет шикарен. На свою высоту можно играть с ним спокойно, без всяких напрягов. Даже против тех же самых сексауров. Потому что тут банально 2-3 пули и трупак. К тому же, если еще использовать пистолет, точнее бронежилет Титан. О, хорошо этот на двоицу выскочил, которого я закоцал перед этим немножко. Ох, Матеба, Матеба. Это... Или, мне кажется, что Матеба — это название какого-то хищного животного, или имя девушки. Потому что может есть какая-то африканская страна, или, или какая-нибудь другая, где есть имя Матеба. А может, это вообще испанское имя. Или какое-то хищное животное. Ох ты ж какой засранец. Хотел меня заштыковать. Но благо там мои товарищи, с которыми по команде я играю, помогли. Потому что не часто попадаются такие чуваки. Также у нас в команде есть Сиксавр. Но что-то он не особо там раздает. И его, в общем-то, хотели исключить, но не исключили. Посмотрим, с каким счетом потом сыграет этот Сиксауэр. И какое у него там звание. Так, это уже шестой. Ну. Так. Ай-яй-яй. Ну, тут я уже лоханулся. Надо было забежать на самую респу, а потом чиниться. Ну, ничего, чувак. Мы с тобой еще встретимся. Хотя счет у нас с ним дуэльный неплохой. Так, ай-яй-яюшки. Сзади кто-то стреляет. Надо починить свой алмаз. Так. Так, перезарядочка быстренько. Чувак тоже перезарядился. Ну вот и попал на пулю. Ну, ай-яй-яй. Ну, с грача меня убили. В принципе, нормальный иду счет 23 на 7. Конечно, Матеба не тот ствол, с которым можно творить что-нибудь сверхъестественное. Но с ним вполне можно играть на хорошую высоту. Вот, посмотрите, у нас с ним счет 12 на 4. У нас вон чувак, который следопыт в команде, в минусе идет. Честно ответил. Точнее, написал, сообщил всем, что у него бомбит. О, спасибо, пряник, а то у меня один патрон оставался. Так. О, кто-то там, кажется, есть. Ух ты, неплохо. Так что я в прицел почти не вхожу с Матебы. Я считаю, что он нахрен не нужен. Так, о, кто-то тут. Да, конечно, Сиксауэр вас может спасти в некоторых ситуациях. Но не во всех. Да, у него хороший боезапас, точнее, боезапас в 20 патронов. Ствол просто шикарный. Но есть и неплохие варбаксовые аналоги. Конечно, на них нельзя установить прицел, но взять хотя бы тот же самый пистолет Грач, который, ну, очень шикарен. Так, нашего хотел заштыковать. О, двоица. Кстати, если чувак немножко законцен, по нему уже там одну-две пули попали с другого пистолета, то Матеба его спокойно сваншотит. Так. Осталось буквально тут 19 секунд. Ну, чувачка я забираю в голову. Кстати, тут наверху еще кто-то есть. Его заберу. О, уехал в подкате. Чувак, видимо, не знает, что еще
можно вставать, но это в следующих обновлениях уберут. В общем-то и мой счет 30-9. Те чуваки немножко подливнули. Так, Лёха, Лёха, с каким же счетом ты там сыграл? Посмотрим. Но у него звание больше, чем у меня. Нагиб, конечно, просто крут. Ну, 15-14. Я не знаю. Ладно, в общем, всем спасибо за внимание. С вами был Асабендер. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!